плюс-минус вина и той, и другой команде. Бросок из-под синей линии. Темпом получается у Гродницы. Козячий в центр, а дальше Фомин работающий. Но атака продолжается. Еще один бросок из-под синей линии. Классный щелчок в одно касание, чтобы понять, все ли там в порядке. Ханжин тем временем на Кислого направо. Бросок, подставление на пятаке. Неплохое. Хватнемон. Еще одна передача, здесь бросок, опасно, Блат, и вот он шанс контратаки 3 в 1 для юности, первая атака для минчан, есть хороший бросок у Лемешевского, и шайба в воротах, 1-0, минчане счет открыл. В атаку подопечная Лентова, но пятый полевой появился, как раз таки Лемешевский, который из бокса для штрафников выскочил, ему сделал точную передачу Полищук, ну и Полишевский между ног. Карнаухова проверил и... Вот пишет, все хорошо со звуком, все, больше к звуку не возвращаемся. Неман в атаке, бросок! Блином работает Фомин. Получился, вот тут перевод на 19 номера. Бросок, опять же, домик. Дело и... Воротам Карнаухова шайба только доставлена. А здесь-то разыграно было, как классно! И поэтому Роба уже шайбу подобрал. Передача на пятак, бросок! Какой сейф! Юности, хорошая атака, но... Все сливки собрал голкипер Немана. А теперь Неман атакует, бросок, ближний угол. И атака уже... Вторым темпом у Немана. Какая передача! Какой сейв! Что ты делаешь, Леонид Фомин? Вот это срочно смотреть повтор. И сразу же после повтора мы отправимся на коммерческую паузу. Еще один бросок. Выше ворот. Обороняться уже, потому что идет атака хозяев, бросок, Карнаухов работает. Может быть, где-то о грехе и оговорки. Ну, а мы смотрим за моментом, который был. А, ну вот, конечно, да. Там... А, что ж там так долго производилась смена? Там еще синие линии через партнера на коротке. Гришаков, бросок и Карнаухов. Гришаков тем, что не удалось реализовать эту попытку, но здесь прям по позиции голкипера наносил... Бросок 19 уже по синюю линию на Селезнева. А здесь момент, бросок! А добивание не случилось, потому что 366 человек прямо сейчас наблюдает за этой трансляцией. 63 лайка. Большое спасибо. Этот период не закончился. Есть еще время у Гродницев, чтобы счет сравнять. Ну а здесь момент, тем временем ворот гостей. И пока я рассказывал о том, как Неман может сравнять, здесь момент к тому, чтобы... Но вновь Михаил Карнаухов. Хорош, перевод налево. Еще один бросок. Сутолка на пятаке. Серия бросков, рикошетов. Непонятно, где там шайба на пятаке. Ворот Фомина шайба пролетает, но есть еще 6 секунд. В атаке Неман. Бросок. Фомин на месте. А тут опускается шайба на лед. Самое настоящее столпотворение. И звучит сирена. Останавливает. На площадке и была наказана командным штрафом. Но тем временем Неман в атаке. Бросок. И шайба в воротах оказывается сразу же у нас на 19 секунде. Тут смотрите, какой бросок. И классно бросил неожиданно для Фомина игрок Немана. Посмотрел на ворота. Боярчук Павел, не зря он там в конце периода о чем-то говорил со своим тренерским штабом. И Боярчук сегодня соперника за ворота Фомина. А дальше момент может возникнуть. Дальше небольшое столпотворение, но тут уже... А мы смотрим еще раз за этим эпизодом. Но у нас тем временем 277 человек на трансляции, 87 лайков. Всего чуть-чуть остается до первого раз. Точно, Ипатов начинает атаку. Ипатов одного ушел, второго ушел. Бросил. Смотрите, Ипатов. Раз ушел, второго ушел. Тут еще один переход на правую сторону, но здесь уже с неудобной стороны. На коротке через Демидовича. В зоне соперника Демидович бросает. Хорош. Карнаухов. Сработал, но и Демидович здесь пытался перехитрить соперника. Пробивать его в тренды и... чтобы как можно больше людей увидело, а там какое-то страшное столкновение, что такой крик был. Даже мне стало не по себе. Дрозд держится за колено. Я даже как-то переживал. Наверное, больше, чем игровой момент был, но, к сожалению. Ай, как неприятно. Стрелковский врезался в колено. Сергей Дроздай сразу же Дрозд бросил клюшку и на ногах, и по инерции пошел вперед из своей зоны. Неман продолжает атаковать. Еще один момент. Пустые ворота. И 2-1. Неман выходит вперед. Это Артем Левша. После сейва Фомина первого уже вышел вперед. Не только сравнял, но и вышел вперед. Но смотри, мы забыли здесь вообще про Левшу.
на правом краю. Здесь сразу же с броском Летова справился Фомин, но вот с добиванием. Через Романовича. Романович на пятак, подставление Крюка. Фомин. Кто там, что там, почему трансляция остановилась? Почему Белтелеком отбирает трансляцию? Пустой угол, куда бросает Кислый в сетку? Но с внешней стороны какой момент был? Поднялся бы Фомин, он там уже просто кувырки делает и пытается ногами отбивать лежа на льду. Какие моменты? Угла в угол, мы еще 15 секунд играть в большинстве. Какое преимущество Немана, еще один бросок от Кислого. Ближний без клюшки Фомин справляется. А дальше Кислый вновь на подборе. Еще 8 секунд до выхода из бокса для штрафников. Теперь нужно найти момент для броска. Смещение в центр, перевод направо, бросок в одно касание. Шибл взмывает, воздух опасно. Кокисты из Минска, а вот сейчас нету положения вне игры, бросок на месте Карнауха. Козячий направо, на Боярчука, Боярчук бросает перед собой, Фомин, но добивает. Настоящие сливки, которые мы собираем под каждой трансляцией, тем временем. Хорош, вот он шанс контратаки, может на себя взять игру и берет игру на себя. Здесь Козячий, передача на пустые ворота, но почему трансляция зависает так не вовремя, и там что, шайба выкатывается каким-то непостижимым образом, здесь макнул шайбу мимо шайбы Фомин и просто-напросто не сумел бросить. У гостей не получилось в меньшинстве, но атака юности продолжается, бросок. Карнаухов перед собой. Карнаухов хорош. Карнаухов. Миша, Михаил. Приподнял, но пока Неман выиграл брасывание. Неман в формате 5 на 3. Передача. Бросок. Фомин. Фомин. Хороший перевод на дальнюю штангу, но здесь бросок прям в позиции Фомина. Но... 5 на 3, но время тает. Надо бросать. Момент. Бросок. Фомин на месте. Судалка. И дальше что у нас? Шайба не в воротах живых. Давайте посмотрим еще раз, как же здесь на пятаке Поярчук с разворота бросал. Ну, Фомин, браво, Леонид, в этом эпизоде, конечно. С этим комментарием я точно не поспорю. А тут атака не было. Бросок опасно на пятаке у ворот Фомина. Фомин успел накрыть шайбу. Но вот сейчас был близок Никита к тому, чтобы поставить жирную точку, но не получилось. Бросал. Над плечом Фомина пытался отправить шайбу, не получилось. И дальше уже Козячий на пятаке работал. Но... даже улыбнулась. 100% ставил. Бросок и 3-1. Неман реализует большинство. Это Александр Ханжин. Какой бросок. Мы... выиграно вбрасывание. Ну и здесь ничего не стал придумывать. Ханжин бросил в ближний угол. Фомин через трафик игроков не увидел, как шайба влетает в ближний угол. И будьте любезны, 3-1, пользу Гродно. Доставить шайбу к пятаку не получается, либо на позицию, с которой можно бросить. А вот сейчас бросок, серия рикошетов. Там пустые ворота, шайба, бросок и в воротах. Смотри, интрига, говорит я. Юность сократила одну шайбу для себя. И 309 лайков уже под этой трансляцией. Смотрим мы, как произошло это, но здесь не уследили за Гришаковым. И был, смотрите, как близок-то Карнаухов к тому, чтобы выручить свою команду, но не повезло. Не повезло. Отыгрался здесь на коротке через подобного. Дальше бросок. Ханжин бросал. Фомин на месте, но все это идет за юностью. 35 секунд. Юность бежит в атаку, но шайба далековато отпущена. Карнаухов выходит, выбрасывает шайбу не очень удачно. Карнаухов здесь... подарил шайбу сопернику, но вернулся в ворота быстро. А здесь досадная ошибка от игроков юности. Пустые ворота у команды хозяев. Можно ставить точку. 4-2. До свидания, юность. В этом жирнющую точку по ходу этой встречи. А досадная ошибка от юности. Побежали в атаку. Пошли в атаку, попали в плен, в пустую зону передачи, а там был лишь один Ипатов. Он сыграл на подборе, обокрал здесь Станкевича и без проблем поразил пустые ворота. 4-2 в пользу команды из...